Всем привет, с вами Гофыч, и спустя довольно-таки большой промежуток времени вы вновь видите видео ОВЗ-132-1. Сейчас мы будем его тестировать, но уже при 100% экипаже и полной прокачке оборудования. Но для начала я давайте вам покажу свою статистику, которую я смог получить спустя целых 140 боев. 52% побед. Конечно, да, немного, но как бы поражения тоже присутствуют, и без них никак. Коэффициент уничтожения урона примерно одинаковый. В принципе, уничтожаем, урон набиваем. Наверное, нормально. Средний урон за бой, ну, я стараюсь поднять его обратно до 2000, потому что в один прекрасный момент я его сливал вообще до 1900. Я его слил, потому что у меня была череда прям поражений. Я заходил в бой, катался, меня либо ваншотили, либо взрывали БК, либо еще какие-то проблемы были. Короче, меня уничтожали, и я слил до 1900 средний урон. И сейчас я хочу его поднять, и как бы он вроде бы поднимается, но бой я могу слить, и он опять сливается. Ну и где-то вот с 1900 до 2000 он пока что держится, и в принципе меня это устраивает. Так что давайте, ребят, обсуждайте в комментариях мою статистику, насколько она плохая, ну или хорошая. Ну, в принципе, решать тут только вам. Ну и давайте же, ребят, полетели в бой. Стартовал у нас первый бой, перезарядочка у нас 5,6 секунды, это вообще прям по красоте. Уже мы засветили танчика. Т-54, что ты выкатишься? Выкатишься, держи, 328 урона, не выделывайся. Что я хочу сказать в целом о данном танке? Да танк, блин, мне очень нравится, я на нем прям с очень большим удовольствием играю. Комфорт, как говорится, все дела. Ну-ка, где ты там? Где ты там, мужик? А, не, вижу. Думал, на самом деле, я по нему не попаду, но попал. У нас тут булыжник, и я вижу противника. Держи плюху. Надеюсь, меня никто здесь не засветит, и все будет хорошо. Ну, по крайней мере, я сейчас в данный момент никого не вижу. Ну и предлагаю, давайте еще один выстрел произведем. Надеюсь, он не станет моим последним. Ну, я не уверен, конечно, что здесь попасть можно, но можно. Хорошо, давайте 3, 2, 1. Тихо. Не крутись, мужик. Сейчас мы настреляем урона. 1500 у нас уже есть. Тихо. И куда ты? Держи. 376. У ФВ у нас остается вообще, можно сказать, нету у него уже ХП. Сейчас будем пытаться добивать. А где ты там? Что, ты выкатишься, не выкатишься? Да давай, мужик, ну давай, не боись. Всего лишь какие-то 200 хп у тебя остались. Давайте добиваем. Уже 2000 у нас урона есть. У нас объект 268 остался. Давайте мы сейчас ему напихаем. Эй, не напихал. Стоять, мужик. Держи. И что ты? Ты же понимаешь, что ты умер. Да, и что ты? Ну, стрельнул ты по мне. А что? Мне тебя бояться, да, надо? В принципе, мне и помогли мои союзники. Ну, вот такой какой-то бой получился. Я мог даже вообще как-то сыграть так, чтобы не получить урона от противников. Наносим мы 2851 урон. Засвечено 530. Да, маловато, но да ладно. Одного мы уничтожили и третью классность получили. Начался у нас второй бой. На данный момент мне пока что довольно очень нравится мапул. Нам закинули вторую карту довольно-таки хорошую. Ну, по крайней мере, она мне нравится, и на ней можно, ну, спокойно отыгрывать на легких танчиках. На легких танчиках. Т-54, ты куда там смотришь? Куда там смотришь и глядишь? Ай-я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 й. Прогетто. Держи, 356. Не выделывайся. 3, 2, 1. И куда ты там укатился? У, блин, Левандовский, уйди в пень. Ну, ты приехал сюда. Ни туда, ни сюда, как говорится. Давайте тогда Прогетта сейчас добьем.
добил. Но я сейчас думаю, надо, короче, объехать со стороны респы. Потому что лететь лоб в лоб, стреляться с теми мужиками я, ну, не хочу, сами понимаете. И это довольно-таки опасно и страшно. А вот объехать со спины. И я видел, кстати, там еще объект 907. Попытаться дать ему люлей и понастреливать по нашим противникам. Я думаю, мы это спокойно можем сделать. Вот я уже подкатился. Тут у нас МК-6. Я не знаю, как правильно этот Шефан, кто ты там и так далее. Но да ладно. Будем сейчас пытаться настреливать по мужикам. А блин, а мужиков-то я и не вижу. Давайте летим тогда дальше. Давайте летим тогда дальше. Мы уже в меньшинстве. 3 в 4. Это довольно плохо. Тихо. Вот так давайте. Опа. Держи 325 объект. Не выделывайся. Опасно. Опасно довольно-таки. Но сейчас, если что, будем просто, я думаю, атаковать. Атаковать данного мужика. Потому что вариантов-то других особо нету. Держи, хорошо, он 320, я 334, это мне нравится. Держи, еще и гусеницу, давайте адреналинчик. Держи. 3, 2, 1, и куда-то укатился, зараза. Ах ты ж, прикиньте, не пробил, я остался один. Угу. Не. Такая ситуация. Давайте голду лучше поставим. Ах ты ж. Смотрите, он меня пробивает. Он мне в люк, да, стреляет? Или куда? Еще не понимаю. Но суть такова, то, что он пробивает меня, а я его не пробиваю. А в чем прикол? Алло. Не, ну это мне вообще не нравится. Я не понимаю. Я его не могу пробить. А с чем это связано, я даже не могу сказать. Да уж. Я мог стрелять, но как бы, мне кажется, у меня бы отскочил снаряд. Я вижу его люк. Я стреляю ему в люк. У меня не пробитие два раза подряд. Он меня спокойно пробивает. А в чем, собственно, проблема? Ну, ладно. 2355 урона я нанес. В принципе, поставленную цель я себе сделал. Да, мои тиммейты не отыграли. Ну и я, да, закосячил. Надо было его убивать, но в итоге обосрался. Привет, мужик. 329, ну хотя бы такой размен пойдет. Мне единственное, что не нравится в данном танке, когда по мне попадают, меня либо контузят, либо БК мне повреждают. Короче, много всяких проблем мне создают данные противники, и мне, ну, больно и неприятно в эти моменты. Давайте наносим урончик, добивая мужика. Полетели, я думаю, в атаку. Давайте, мужики, атакуем, атакуем. А, ну ладно, мужик просто не доехал. Давайте на этого нападем. Держи. А куда ты? Ты еще по мне успел стрельнуть. Ты что? Держите гусеницу. А что ты так быстро вертишься? Мне это не нравится. Опа, опа, опа. Давай, 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 давай. Успей. Да. Успел. Успел он все-таки по мне нанести выстрел. Но да ладно, хп у меня еще есть. И в целом, я думаю, мы еще сейчас повоюем. О, сводись, сводись, сводись. Давайте вот так. А, я ему прям в пушку попал. Это что за тайминг, алло? Давайте какой-нибудь... Вот опять, смотрите, по мне попали. Ай, 21 хп остался. Опять по мне попали и сразу же разброс. Все, как говорится, мне сломали. И это больно, и мне это не нравится. Мы победили, нанесли 2000 урона, третью классность и двоих уничтожили. Но в целом бой получился довольно неплохой. Держи. Держи. А вот это я выкатился, называется. Не туда и не затем.
Держи. А вам что, вообще пофигу, да, ребят? Вы стоите, меня хотите выцелить, да? Держи, 350 урона. А я бегу, 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 бегу. Я убегаю. Я свалил. У нас там где-то... где-то гриль, но гриль-то я не вижу. Держи, 350 урона. Блин, вот такие бои мне нравятся. Они стоят, там мужики что-то пытаются выцелить. Меня не видят, я урон наношу. Вообще красота. О, привет. А, ну да. Как же без этого? Как же без этого, что ты решил поехать, зараза? Ну, стой. Ах ты, негодяй. На тебе. Негодяй, а. Смотрите, что зараза делает. Не, ну я по нему не попаду, к сожалению. И он, скорее всего, уже перезарядился. Давайте мы делаем вот так, разворачиваемся. Чтобы по мне гриль не нанес урона. Я так понимаю. Я так понимаю, что на меня может кто-то выкатиться. А, Шкода, привет. Привет. А ты что тут забыл? Стартовал у нас последний бой. Надеюсь, он будет победным и все будет круто и классно. Но пока что... пока что противников я не вижу. А хотя вру, вижу. ОБ-268. Привет, мужик. Держи, держи, держи. Куда ты там укатываешься? Куда, 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 молодой? Молодой горячий, зря ты сюда приехал. Вот я обычно так же катаюсь и получаю люлей, так что сочувствую тебе, мужик. К сожалению, ты умер, отправляйся в ангар. Держи. Хорошо, сбил гусеницу, уничтожили. Но, скорее всего, у нас здесь будет победный бой, потому что мы прям... мы вроде бы как уничтожаем противников. Но, ладно. О, привет. Привет, а ты весь красный. Да ну тебя в баню. Я думаю, сейчас развернусь и поеду лучше других мужиков встречать и настреливать им в спину. А то как-то... ну, сами видели, ну его нафиг против Ясотова стреляться. Желания у меня... желания нет. Вон, пойду лучше помогу там Минотавра расстрелять. Как раз вот он спинкой стоит, жопкой, так сказать. Мужичок, 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 мужичок. Держи. Куда ты тут? Куда ты тут? Ну ты чё, мужик? Ну куда ты тут? Да-да-да, да куда? Все, угомонись, угомонись. Да что ты будешь делать? Ну давай. Ай, кто-то там хочет по мне... хочет по мне настреливать. Ой, а вот это не очень хороший... не очень хорошая ситуация. Ну да ладно. Ай. Потерялся, я что-то потерялся. Мужики, я укатываюсь, извините. Извините, и с восьмой, иди в пень. Отвали, пожалуйста. Отвали, пожалуйста, дружище. Мужик. У него уже перезарядка, да, там поди? Да, у него перезарядка, но у меня, оказывается, еще остались хп. И я выживаю. Это хорошо. Держи, 343. Уф, я аж такое чувство, как будто бы сам за этим танком поуправлял. Было сложно и опасно. 23 хп, да, там вроде бы осталось. Ну, 4000 урона, нормально. Прям бой мне понравился. Больше бы таких боев, но, к сожалению, такие бои, сами видите, не всегда случаются. Наносим мы 4295 единиц урона. Двоих я уничтожил. Мог даже убивать еще третьего, но не получилось, не фартануло. Первая классность, все по красоте. Наши мужики тоже красавцы, что-то там повоевали. ВК-90 красавец тоже, 4900 урона, молодец. Ну и Т-30 тоже хорош, 2,5 настрелял. Ну, к остальным, конечно, вопросы есть,
Но да ладно. Что же я хочу сказать о данном танке? Мне данный танк понравился, безусловно. Он легкий, перезарядочка, все в ажуре. Урон там 300 вылетает каждые, грубо говоря, 5 секунд. Все шикарно. Ты катаешься, стреляешь, не особо тебе нужны прям какие-то там навыки по нагибу. Конечно, да, тебе надо привыкнуть к тому, то, что ты картонный. В каких-то моментах тебя будут бить, пинать, ну и где-то ты должен уехать, сбежать и так далее. Ну, в принципе, легкий танк, на то он и легкий, чтобы сделал выстрел, убежал, сделал выстрел, убежал, и как-то вот играть, стараться от каких-то ПТ-САУ, ПТ-шки бить, тяжелые танки, которые еле-еле там крутятся, поворачиваются, вот их бить ваше, как говорится, удовольствие. Но дело все-таки в привычке, поиграйте, привыкните, ну и поймете, как на нем играть. Ну, надеюсь, я показал все свои навыки, которых я достиг на данном легком танке Китая. Надеюсь, я не разочаровал вас игрой. Конечно, да, в некоторых ситуациях я, может быть, и глупо как-то поступал. Но говорю, проблема в том, что в одном бою я как киберспортсмен какой-то играю, в другом бою я как рак полнейший играю. Ну, как пойдет, как говорится, как начнешь, так и дальше бой пойдет. Судите сами по игре, смотрите статистику мою, ну и на этом я с вами буду прощаться. С вами был, как всегда, Гофыч. Не забывайте подписываться на группу в Телеграме. Ну и пишите комментарии ваши, я все читаю. Огромное вам спасибо за просмотр, удачных вам боев, всем пока-пока.